Дверь в мир блокчейн для пользователей без опыта. Компания Wire, которая использует блокчейн для совершения денежных переводов, объявила о запуске платформы трансграничных платежей. Согласно CoinIdle.com, Wire является самой быстрой в отрасли денежных переводов платформой и выступает посредником между технологией блокчейн и компаниями-пользователями, которые боятся работать с блокчейн или не знают, как начать работу с этой технологией. В сообщении также отмечено, что на первом круге сбора инвестиций компания Wire получила 5 800 000 долларов от инвесторов во главе с китайской венчурной компанией Amphora Capital.